Приветствуем вас на канале клуба спортивной рыбалки в Израиле «Исрафиш». Хотим представить вашему вниманию короткий видеоотчет о проведенном турнире по кастингу. 27 апреля 2019 года на одном из полей кибуца Мааган Михаэль состоялся очередной кубок клуба «Исрафиш» по броскам на дальность и точность. Броски выполнялись в трех номинациях. Броски на дальность и точность с удилищами с тестом до 4 фунтов и, как отдельная номинация, броски на дальность с подовыми удилищами с тестом от 4 до 10 фунтов. В каждой номинации определялось первое место в бросках на дальность по лучшему результату из 4, причем при равенстве результатов у 2 и более участников по лучшей общей сумме всех бросков, а в бросках на точность минимальный общий балл. Погода несколько испортила праздник. Практически в лицо спортсменам дул сильный северный ветер. Я думаю, именно это и повлияло на не очень впечатляющие результаты, ибо самый дальний бросок был всего лишь на 174 метра. В отличие от прошлого года, когда ветер дул в спину, и лучший результат был зафиксирован на 190 метрах. Бросали группами по 4 человека, но так как количество участников было равно 15, то последняя группа состояла только из 3 участников. Каждый спортсмен выполнял заброс по очереди, после чего спортсмены двигались в сторону броска, параллельно выматывая руку. В то же время судьи выдвигались в сторону падения грузил. Каждый линейный судья становился над упавшим грузилом своего участника, а судьи с дальномером поочередно снимали показания и вносили их в протокол. Как и в прошлом году, основной зачет мы закончили очень быстро. В районе 8 утра мы приступили к броскам с подовым удилищем, чтобы не переставлять маркировку поля на точность, а потом назад. Эту дисциплину тоже закончили очень быстро. Последней была точность. В круг, к сожалению, не попал никто. Самые близкие результаты были в районе метра от него. Но я напоминаю про ветер, который к 10 утра лишь усилился. В целом, все спортсмены и организаторы турнира остались довольны результатами. Турнир прошел очень слаженно, за что огромное спасибо всем судьям. Огромное спасибо члену совета клуба Игорю Сандлеру за переговоры с кибуцем о возможности провести турнир на их полях. Косте Херсонскому, Боре Бунину, Эдди Беллону за помощь в разбивке поля и установке маркеров расстояния. Судьям Эдди Беллону, Майе Волынской, Славе Романчик, Андрею Флешману, Тимофею, Андрею Кукулееву моя отдельная благодарность за работу. Итоговые результаты вы сможете посмотреть в конце данного ролика или по ссылке в описании. Ждем вас на следующих соревнованиях, организуемых клубом. Спасибо.